Жители деревни Ройка пропели о своей проблеме. Они сняли целый мюзикл для того, чтобы привлечь внимание к их дороге. В съемках участвовала вся деревня. Там были костюмы, музыканты, декорации. Получилось очень масштабно. О, если бы я мог в обход направить, как волшебник сей машин поток. Но, к сожалению, я не маг, а только ученик. Хотите, покажу дневник? Создание видеоролика превратило деревню в настоящий праздник на эти дни. И на самом деле идея настолько всем понравилась, что все прониклись от начала и до конца. Я вел список, приняло участие 103 человека. Пусть веселятся другие, смотрят на нас с позитивом, потому что я вот отсылала своим знакомым, друзьям. Все просто в ладоши хлопают. Вот как, какая у вас деревня, завидуют. Будем петь и будем танцевать. Посмотрите, люди все позитивно, все улыбаются, хотя проблема есть. Съемки проходили в будний день, утром. Мы специально выбрали это время, потому что нам пришлось, скажем, выходить и на проезжую часть. А съемки проходили в 2 дня. Мы не зря снимали данный фильм. Все у нас люди прекрасные, активные. И тут все живые, красивые и молодые, несмотря что мы старенькие. Сюда коровы всех пород гулять выходят из ворот. Машинам как объехать их, скажите мне. Дорога узкая, на ней нет освещения, на ней отсутствуют знаки ограничения скорости. Нет лежачих полицейских. Здесь не прекращающийся транспортный поток. У меня 2 внучек. И вот когда мы выходим с ними, им хочется взять или гироскутер, или велосипед. Мы не можем этого сделать, потому что по дороге идти невозможно. Идем и только смотрим назад в обратную сторону и отходим на обочину, чтобы пропускать машины. Для того, чтобы уйти от машины, приходится отходить в сторону. Отходим в сторону, если это темно, то спотыкаемся об эти столбы. А зимой вот почистим дорогу, и машина едет. Вот в магазин идем, мы не знаем, куда лезть. На кучу лезем. По этой дороге едут летом в зеленый город на природу. Зимой кататься также на лыжах. Как будто невозможно объехать вокруг деревни. Здесь прекрасное поле дороги. Никто об этом почему-то не думает. Им удобнее промчаться вот здесь вот. Объездная дорога вот рядышком. Здесь всего-то нужно километр, наверное, если не меньше еще. И будет проблема решена. Лучше здесь удобно будет всем дорогу выпустить в обход. Пусть она идет, пусть идет там, где не живет, не живет ройкинский народ, и всем будет хорошо. Мы писали очень много обращений. Соответственно, эти обращения, они не получили, скажем, результата. И пришла идея преподнести нашу проблему совершенно по-иному. Для того, чтобы все-таки достучаться до наших властей, нужно запеть и заплясать. И только тогда, видимо, какой-то будет результат. Поддержите нас, очень просим. И все будет хорошо. Будет жить здесь хорошо. Клип возымел большой успех, и, как нам сообщили, его даже посмотрел новый глава Кстовского района Андрей Чертков. Но пока до жителей так и не доехал. Обещал со всеми пообщаться, посмотреть, чтобы можно было что-то сделать с этой дорогой.